Свободно? Какая проблема? Какая проблема? Дамы тупые манеры не сделали меня интеллигентом, моделируют эти лего. Чего хули пялишься? Чтобы тебе щелкнуть на раз-два, братан, мне не нужно быть Таносом. Пошелся караван. Передвигаюсь по спидам и вижу только параллакс. Говоришь, чтобы люди тебе дали год, и ты разъебешь, но я вижу лишь прогабанный аванс, да. Залетай на пробатл, если это про бабки, так ты без базара. Я открываю рот, и ты видишь планку. Ты открываешь рот, завали ебальник. Па-п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 а
Ленджи, ты пидор, дядя, нахуй тебе так много скилла. Я бы раздал половину ваших фаворитов эти фишки, если бы мог. Они говорят, ты ебать однообразный. Но как взять батл, собраться в один трек, дядя? Тебе расскажешь, ведь и классик, но ведь и наш брат. Друг человек, кстати, я не про его, просто кончились бодибаки. И ты выбрал таки нового, не патимейкер. И ты не повторишь меня, ведь это не фэнти, фэнти, фэнти. Слушай! Мне не нужно воскрешать ваш день, чтобы развалить союз. Сделаю это на лейбле, если меня позовут. Братики на кухне крутят дуру, двинуть на ломбард. Мама, я разрешаю тебе скинуться на план. Мне нужно воскрешать ваш день, чтобы развалить союз. Посови меня на лейбле, я его развалю. Братики на кухне крутят дуру, двинуть на ломбард. Мама, тебе разрешила скинуть ленджи на план. Ой-бой. Ты тоже ходил в секунду? Здравствуйте!